Земля, прекрасная планета Земля. Первыми ступили на эту чудесную землю, которая была подготовлена для человечества, и куда уже были поселены первые люди. Вот первыми пришли для того, чтобы учить жизни звездные матери. Видимо, это у нас от звездных матерей передавалось из поколения в поколение вот это чувство материнства. Вот эти звездные матери учили первых жителей планеты самой главной, прекрасной и драгоценной информации о смысле жизни на планете. С тех пор прошло очень много времени. Цивилизация менялась за цивилизацией, цивилизация за цивилизацией, и так эоны и эоны лет. Одни уходили, другие приходили. Но во всех цивилизациях в генах постоянно передавалась важная информация о почитании матери, матери, которая дает жизнь, и не только дарящая жизнь. Почитание матери – женщины, которая сострадательно относится ко всему живому на Земле, матери, у которой есть величайшая мудрость воспитывать детей, помогать другим, тем, кто попал в беду, или дать просто маленький, но очень дорогой совет тому, кто попал в беду, и матери, которые могут терпеть свои чада в разных возрастах и в разных состояниях. Видимо, поэтому 8 марта уже много десятилетий мы почитаем всех представительниц так называемого слабого, но, я скажу честно, сильного духом пола. Красивая традиция мне помнится еще со школьных лет. Мальчики дарили нам 8 марта открытки, маленькие подарочки. Для мам и бабушек, для сестричек мы рисовали открытки, создавали своими руками красочные аппликации, а позже собирали денежки с обедов, чтобы купить маме духи, цветы. Сейчас политики пытаются отменить этот праздник. Но разве можно отменить то, что запечатлено в наших генах? А в наших хромосомах, генах, печать почитания звездных матерей, которые продолжают род человеческий. Ведь в каждой матери вот эти гены звездных матерей. Вот эти фото и видео, которые я снимала в разных странах, посмотрите в них. Я присматривалась к жизни всех женщин разных национальностей, разных цветов кожи, разных культур. И я поняла одну очень важную истину. Мама, она везде мама. В далекой Швеции, Индии, Шри-Ланке, в Украине, России, Казахстане, Грузии, Белоруссии и в джунглях Таиланда в племени длиннокожих, длинношеих женщин. Повсюду девочка, родившаяся в семье, видится как продолжительница рода, как будущая мама. И это и есть будущая жизнь всего рода. Можно было бы поговорить о женщине-труженице, о женщинах разных профессий, о ее достижениях в разных областях жизни. Но 8 марта – это Международный женский день, материнский день. Это день любви, день улыбок, день цветов. Нет, не просто цветов, моря, океана цветов для нежной, обаятельной, красивой, желанной, счастливой, яркой, страстной, доброй, нежной, самой лучшей, самой любимой. Все женщины матери Земли – это код жизни на Земле. Мамы разных стран, разных национальностей – это мамы. И не имеет значения язык, на котором мамы говорят, цвет кожи, место проживания. Мы все сотканы из любви, из счастья, из красоты, из нежности. Смотритесь в это видео, чем мы отличаемся друг от друга, женщина. Из далекой Украины для шри-ланкийской женщины и женщина, шри-ланкийская, ланкийская женщина, которая
имеет свою семью, своих детей и старается создать материальную базу для своей семьи. Слушайтесь, пожалуйста, смотритесь в нас. Чем отличаются женщины Украины и Шри-Ланки? Они чем? Чуть-чуть темнее. Все труженики, все одинаковые. Дипа и Раиса. Дружба. Дружба. Благодарю. Кто бы и что бы ни говорил о празднике 8 марта, нас нельзя переубедить в том, что это действительно настоящий женский праздник. Праздник звездных матерей, которые продолжаются во мне, в моих детях, внучках и так далее, и будет продолжаться эта жизнь. Берегини рода человеческого, звездные матери Земли, доченьки, сестры, бабушки, мамочки. Примите от нас, авторов канала, Раиса Горяченко, «Дача, сад, огород, цветы», самые наилучшие пожелания в этот день. Пожелания счастья, пожелания мира. Мира всем матерям и их детям. Это самое главное желание каждой матери. Самое дорогое пожелание. Пусть же душа у мамы, у каждой мамы Земли поет о счастье всегда, а в глазах всегда-всегда сияет свет. Давайте скажем всем нашим мамам, берегиням, всегда, мамуля, улыбайся и никогда не огорчайся. Сияй для нас, как яркая звезда, как солнышко наше, и будь счастливой ты всегда. Пусть обнимает всегда тебя радость, пусть здоровье руку жмет, уходит пусть гулять усталость, а счастье рядом пусть с тобой живет. С праздником, дорогие наши берегини, берегини матери Земли, дочки, сестры, бабушки. С 8 марта всех вас!